Всем привет! Сегодня 23 июня 2021 года, и в Киев, в Украину, с визитом прибыл президент Грузии, вернее, женщина-президент Грузии. Как вы считаете, что даст эта встреча для улучшения, так сказать, отношений между странами? Что Зурабишвили может дать Украине, а Украина что может дать Грузии? Какая польза будет от этого визита? Как вы считаете, улучшатся отношения Грузии и Украины после этого визита? И на каком они, так сказать, на какой они стадии? Нормальных отношений или все-таки ухудшился? Напишите в комментариях, что вы думаете по этим вопросам.